Здравствуйте, меня зовут Сергей Белый, я главный художник города. Вот за моей спиной видите новенький троллейбус. Лазурного цвета, оформлен в новом стиле, и теперь мы планируем, что все новые троллейбусы будут оформляться именно так. Это будет единый узнаваемый инфраструктурный объект, который люди ни с чем не спутают. Все троллейбусы, которые будут по контракту с ИБРР, которые у нас поступают с ноября месяца, они будут все в такой расцветке. То есть у нас сейчас получено по контракту ЕБРР 13 троллейбусов, из них 6 троллейбусов в такой расцветке. Значит, все капитальные ремонты, которые будут проводиться с троллейбусами, будут проводиться в такой расцветке. Мы планируем, что примерно в следующем году мы получим 32 троллейбуса. И постепенно при проведении капитальных ремонтов тоже будет носиться брендирование такого цвета. И конечная цель, чтобы весь подвижной состав нашего города, они имели свою гамму, свою персональную окраску, которой нет ни в одном городе Украины. Мы ваши вещи уже продали.